В Алдане организовали зональный отборочный этап деловой игры «Министр». Участие приняли 45 человек из ряда районов республики. Продолжит Татьяна Вахнина. Поиск решений и генерирование идей – такова главная задача республиканской деловой игры «Министр». В Алдане проходит отборочный этап. Студенты высших и среднеспециальных учебных заведений, работники администрации, сотрудники государственных и индивидуальных предприятий объединились в научный и творческий тандем для решения практических задач социально-экономического развития Якутии. Они будут разрабатывать социально-экономическое развитие республики Саха-Якутия, будут рассматривать вопросы имиджевой политики, кадровой политики, дополнительно вопросы, касаемые экологии. 5 команд по 9 человек, которым в течение нескольких дней предстоит разработать собственные инновационные проекты, направленные на решение задач социально-экономического развития Якутии. Примечательно то, что в этом году в состав команд вошли представители сельскохозяйственных районов. Работа в каждой группе идет плодотворно. Это люди целеустремленные, сразу с девизом «Главное не участие, главное победа». Участникам предстоит выполнить несколько заданий. Одно является общим для всех групп. 2 вопроса для каждой команды разработаны индивидуально. Идей, признаются игроки, очень много. Задание получили. У нас буквально как бы первый день по приезду уже начали отрабатывать по данному проекту. Молодежь – инновационный и стратегический ресурс. Именно так расшифровывается аббревиатура «Министр». Перспективность деловой игры в формировании резерва управленческих кадров бесспорна. Многие ее участники уже занимают ключевые посты на районном и республиканском уровнях. Вот игра «Министр», она дает как раз вот новый взгляд на нашу молодежь, которые в дальнейшем будут занимать руководящие должности. И можно было бы подобрать какой-то кадровый потенциал, кадровый резерв. Разработанные проекты командам предстоит защитить перед составом жюри. По наибольшему количеству баллов будут определены 3 команды-победительницы, а 3 сильнейших игроков отправятся на республиканский этап деловой игры, который состоится в марте. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.